Сегодня я хочу рассказать вам о книге, которая называется «Город женщин», и написала ее Элизабет Гилберт. Та самая Элизабет Гилберт, которая написала книгу «Ешь, молись, люби» и стала для многих людей голосом поколения. Та самая Элизабет Гилберт, которая по-новому и открыто говорит о праве женщины на счастье, о ее внутренней свободе и личном выборе. Роман «Город женщин» рассказывает о театре Нью-Йорка 40-х годов и о юной хорошенькой Вивиан, которая из-за собственной беспечности и лени оказалась отчисленной из престижного колледжа и оказывается в театре своей тетки на Манхэттене. У главной героини очень мало жизненного опыта, поэтому театр тети Пэк, где ставят развеселые музыкальные пьески, на какое-то время становится для нее и домом, и школой жизни. Вивиан с детства умеет прекрасно шить, к тому же у нее великолепное врожденное чувство пропорции. Поэтому днем она работает в театре художником по костюмам, а вечером окунается в бурлящую жизнь Нью-Йорка. Начинается роман с того момента, когда уже 90-летняя Вивиан получает письмо и пишет ответ на это письмо, вспоминая свою жизнь и свою молодость. Как и все героини Элизабет Гилберт, Вивиан ищет свой путь в этой жизни, ищет свое счастье, независимо от того, что диктуют ей общественные нормы или говорят родители. И вообще, в этой книге самые яркие, самые сочные персонажи – это, конечно, женщины. Женщины, которые пренебрегают социальными стереотипами, которые не боятся делать ошибки, не боятся бедности и одиночества. Они вообще ничего не боятся. Это женщины, которые живут с внутренним чувством свободы. Интересный факт, что на написание этой книги Элизабет Гилберт натолкнула ее бабушка, которая отдала ей свои альбомы. И вот в этих альбомах Элизабет нашла огромное количество эссе о театре Нью-Йорка 30-40-х годов и о театральных дивах. И поэтому она буквально заболела этим великолепным миром, миром шика, блеска, гламура, шампанского и ярких огней. Роман «Город женщин» получился очень ярким, блестящим и сочным. В нем вы найдете именно то, за что мы любим хорошие книги – чувство юмора и оптимизм. Читайте с удовольствием. Ждем вас в муниципальном объединении библиотек города Екатеринбурга.